Всем привет! Если вы внимательный человек, то скорее всего замечали, что в старых советских квартирах, в которых до сих пор живут люди, есть маленькое окно под потолком, которое ведет из кухни в ванную. Если вы думаете, что это для экономии электричества, то это совершенно не так. На самом деле ванная используется либо рано утром, либо поздно вечером, когда солнечного света в кухне практически нет. Да и выста окна его размеры не позволяют пропускать столько, сколько нужно света. Существует пара версий, которые описывают предназначение этого окна. Версия первая – это безопасность. Дело в том, что во многих квартирах газовые колонки располагались в санузлах. В случае взрыва или утечки газа это маленькое окошко приняло бы на себя ударную волну. Причина вторая – это вентиляция. Она немного спорная, так как в некоторых квартирах окно было невозможно открыть или даже приоткрыть, да и вытяжка в ванной всегда была отдельная. Но эта версия все равно имеет смысл, так как в других квартирах ее можно было использовать в качестве вентиляции. И еще одна версия связана с плесенью. Считалось, что такое окно может быть профилактикой благодаря пропусканию воздуха и солнечных лучей. Также благодаря такой планировке можно было наблюдать за маленьким ребенком, который был сейчас в ванной, или пролезть туда в случае, если кому-то из взрослых станет плохо.